Еще один пожар произошел уже днем в понедельник. Загорелась кровля здания ресторана «Сохо». Из горящего помещения были эвакуированы около 30 человек. На месте возгорания работали 16 единиц спецтехники и более 40 пожарных. По предварительной информации, загорелось одно из помещений ресторана на втором этаже. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Отмечу, что горевшее здание является памятником архитектуры регионального значения. Пожар локализован. На месте находится отдел надзорной деятельности по городу Саратов. Будет проводиться проверка и в установленном порядке будет установлена причина пожара.